COVID-19 унес уже свыше 3000 жизней. Больше всего смертей зарегистрировано в Китае. Общее число инфицированных в мире приближается к 100 тысячам. Во Франции за минувшие сутки подхватили коронавирус 138 человек. Всего количество заразившихся в этой стране превысило 400. Подтверждено 7 летальных случаев, растет число инфицированных и в США. Только в штате Нью-Йорк количество зараженных достигло 22 человек. По всему миру страны ограничивают и даже отменяют авиасообщения с государствами, где коронавирус распространяется очень быстро. Немецкая авиакомпания Люфтганза отменила больше 7 тысяч рейсов в марте из-за падения спроса. Речь идет о рейсах из-за Франкфурта на Майне и рейсах из Мюнхена. Это 25% всех рейсов, отмена целых направлений и снижение частоты рейсов по ряду других направлений в пересчете на число пассажирских мест соответствует отказу от использования 150 самолетов.